Здрасте. Хотелось бы предоставить вам несколько правил по поводу выживания в Грузии. Правило номер один. Раз. Никогда не говорите, что вам нравится политика Миши Саакашвили. Если он вам даже очень нравится, и он глубоко засел у вас в душе, лучше промолчите. Правило номер два. Никогда не говорите, что вам не нравится патриарх. Правило номер три. Никогда, никогда не говорите, что вы атеист. Молчите. Правило номер четыре. Не говорите, что вам не нравятся дети. Лучше сказать, что вы всех одинаково любите. Правило номер пять. Не признавайте своей гомосексуальности. Ну, это не считая Грузии, и в других странах тоже лучше не делать. И самое главное, шестое правило. Не забывайте его. Ради всего святого, не приезжайте в Грузию! Никогда! Забудьте это, если вы это хотели даже сделать. Никогда этого не делайте. Будьте счастливы, получайте образование, учитесь, не приезжайте!